Вот так, перевернули только меня нижнюю ручку, как вы смотрите. И так вот, да. Вот можно вот, вот здесь. Извините, что мы так немножко остановили. Вот так вот, пройдите сюда. Мы хотим сделать святое причастие. Это сегодня будет первый раз в вашей жизни. Первый раз. Иисус Христос, когда-то с учениками, они были так близко, сидели за столом, но была еда, они кушали. Они кушали. И в один момент он встал из-за стола, взял кусочек хлеба и сказал: послушайте, мое тело я отдаю для вас. Вы хотите узнать о моей любви? Она бесконечна. Моя любовь до смерти. Потом он взял чашу с вином и сказал: это есть моя кровь.